В современном мире каждый второй знаком с такой проблемой, как упадок сил. Постоянная усталость и слабость, желание просто лежать – это и есть упадок сил. Последствия этого состояния для организма печальны. Пропадает всяческое желание работать, заниматься делами, радоваться чему-либо. Причины упадка сил могут быть физиологическими и патологическими. Психическое или физическое переутомление, к которым может привести неправильный образ жизни, прием алкоголя или других веществ – это причины физиологического упадка сил. Также этому может способствовать и неправильное питание, нарушение режима сна, гормональные перестройки в организме. А вот патологический упадок сил может развиться на фоне тяжелого заболевания – хроническая инфекция. Патологический упадок сил может быть даже одним из проявлений онкологических заболеваний. Если физиологический упадок сил вы можете связать с каким-то конкретным событием или стрессом в своей жизни, то патологический вы можете заметить не сразу, так как он развивается постепенно. Для решения проблемы упадка сил нужно сначала найти источник данной проблемы. Если вы не можете самостоятельно устранить причину упадка своих сил, то необходимо обратиться к специалистам и пройти обследование. Для самостоятельного лечения есть отличный рецепт лекарства. Возьмите семена крапивы, белое сухое вино и жидкий мед. Перетрите в ступке 10 столовых ложек. Залейте их 500-700 мл белого вина и дайте настояться в темном сухом месте. Через полторы недели отфильтруйте и прокипятите. В готовую смесь добавьте немного меда.